Под засос. Вот бешеный улов. Да. Ну а вот, собственно, та самая пещера, о которой я много говорил, но мало показывал. Смотрите сами. По всей видимости, это был как раз главный вход в пещеру, который немцы обрушили. Глубина под этой скалой составляет порядка 20 метров, где-то 20-25. Для сравнения, это высота 9-этажного дома. Квадратное отверстие в скале напоминает шлюз. В вершине этой сопки располагался немецкий опорный пункт. А вот и каменная насыпь, о которой я также рассказывал. А на вершине этой сопки, которая как будто разрезана пополам, располагался целый немецкий гарнизон. Мы обязательно туда заберемся, и вы сами все увидите. Сам же разрез имеет явно искусственное происхождение. Причем немцы использовали его в качестве лифта, о чем свидетельствуют остатки каких-то механизмов, типа лебедок, да и сам по себе он какой-то уж очень идеальный. Ну вот мы и на вершине той самой сопки с разрезом, как я вам и обещал. Кирпич обыкновенный. Что он тут делает?
строили этот гарнизон немцы, или эти строения, вернее развалины, достались им по наследству, так как непосредственно у немцев технология строительства несколько отличается от того, что мы видим. Опять же, за все время поисков нам не удалось найти никакой документации, свидетельствующей о том, что этот гарнизон строили немцы. Единственное, что удалось нам узнать, это название данного гарнизона. Немцы называли его «Каменный герцог». Кувшин обыкновенный, оцинкованный. Колючая проволока в 4 ряда. Мне одному это напоминает крепость Звезду. А вот тот пологий холм вдалеке, он явно искусственного происхождения. Впрочем, нам удастся рассмотреть его поближе. Непонятно для каких целей немцы изменили форму озера, сделали насыпь. До сих пор видны следы какого-то транспорта. И вся эта дорога ведет в одно определенное место – к Черному озеру. Ну а теперь рассмотрим тему, как создаются чудеса. Два солдата, ведро и лопата, откапывают немецкую радиобудку, которую ровно через год обнаружит другой исследователь и сделает вывод, что это бездонная шахта. Откуда там взялась вода, спросите вы? С неба? В виде дождя? И снега. Thank you.
что отложим в сторону всякие мифы и вернемся к реальности. Мы так до сих пор и не пришли к единому мнению, для чего же создавался этот опорный пункт. Но нам известно, что он ни разу не принимал участия ни в каких боевых действиях. Более того, советской разведке также ничего не было известно об этом опорнике вплоть до конца 43-го года. И только после того, как наши разведчики взяли в плен эсэсовца, что само по себе вызвало крайнее удивление, удалось выяснить, что в этих краях располагаются не менее десятка неизвестных и очень странных немецких опорных пунктов, о предназначении которых не знал и сам пленный. Максимум, что удалось узнать, это их название и примерное расположение. В числе неизвестных опорников оказался и Райтер Альм. Через некоторое время туда была отправлена диверсионная группа, которая так и не смогла его найти. Больше по этому опорнику информации нет абсолютно никакой. Ну вот и закончилось наше путешествие. Всем спасибо. Все свободны.